родители Хакима. Этим летом, в июле 23-го года, мы съездили на терапию в клинику, в центр еврейской медицины в Иер Давид. Пробыли там полтора месяца где-то. По приезду домой уже наши результаты сохранились. Те, что были в течение вот этого времени, проведенного там, ничего, в принципе, назад не вернулось. Никаких стимов, ни истерик. Все, наоборот, идет потихоньку в гору. Мы начали выходить на улицы здесь. До отъезда это было очень тяжело с ним гулять. Куда-то с ним идти было практически невозможно, потому что он не хотел самостоятельно ходить, он не хотел ходить на далекие расстояния. Вот, и мы практически его никуда не брали, ходили только во дворе, либо если куда-то ехали в парк, то на машине. Вот, о каких-то далеких расстояниях не могло быть и речи. Но сейчас по приезду вот мы можем пойти с ним в школу, например, за сыном средним, там идти где-то минут 15 туда-обратно, и он спокойно идет, слушается меня. Каким пора? Голова, видишь, никуда не убегает, спокойно идет. Такой у нас мальчик. Когда я говорю, пойдем сюда, там нельзя на дорогу, он никуда не убегает, он спокойно идет. Истерики у нас ушли. Раньше у него постоянные истерики были. Когда его берешь за руку, это были постоянные истерики у нас. Это у нас сейчас полностью прекратилось. У тебя банан сломался? Ушли стимы. Стимы у нас в каком плане были? У нас, получается, стимы были. Он все время играл своими пальцами перед глазами, так знаете. Это ушло. Также, что ушло у нас? Он разглядывал предмет, он близко подносил их к лицу, то есть глазами рассматривал, как мог сидеть там секунд 10. Это у нас ушло. Ну, в принципе, вообще другой ребенок приехал, получается, с Израилем. Да, даже старшие дети, когда гуляли с ним, они иногда у нас гуляют. Я еще попросила, прям говорю, понаблюдайте, как вам сейчас с ним гуляется, полегче, ну, в отличие от того, что было до отъезда. Они, когда приходят, да, говорят, вообще ходят с нами, играет куда-нибудь там. У нас закрытый двор, и они бегают, на качелях качаются, и все, в принципе. А раньше он почему-то всегда, вот они гуляют, и там минут через 20 уже заходят. Он как-то не хотел с ними играть. А тут они достаточно долго могут сами погулять, час-полтора часа. У него уже прям есть интерес. Он стал даже... Когда старшие дети начинают дурачиться, драться, он между ними лезет, на них наваливается, видит, кто слабее, и помогает ему, ну, среднему сыну, получается, помогает, начинает нападать они вместе на старшего. Вот. Игрушки перестали выстраивать в ряд. У нас же все время у него одна игра, он выстроит что-то в ряд. Любые игрушки, машинки, там, он их выстраивал так. Они по такому же принципу живут. Он даже домой заходит, у него свой ритуал, как надо раздеться, там, сперва снять там куртку там, или обувь, там, все по порядку. Если ты что-то первое снял, это начинается истерика. Сейчас этого вообще нет у нас. Ну, другой ребенок, понимание у него лучше сейчас вообще намного. Начало есть, главное, с чем работать уже. В садик будем отдать. Хаким, иди к маме, Кель, иди ко мне. Он повторяет слоги, практически все слоги, которые он слышит, его просит. Он все, что слышит, если ему это интересно, он повторит. Когда просишь, повторяет. Хоть и не с первого раза, но он уже старается, интонацию повторяет, слоги повторяет.
То есть до отъезда у нас не было абсолютно ничего, у нас не было даже слогов. Понимаю. Это да, там уже в Израиле он уже начал потихонечку говорить, он, начиная с мультика, начал повторять «Ой!». Потом я ему как-то говорю: «Сына, кака?». Он: «Кака?». Мы аж так переглянулись. Вот это были первые слоги, и мы, наверное, впервые услышали его голос. А сейчас по приезду также он продолжает, старается. Ну, конечно, мы не будем это оставлять. Скажи «дай». Еще давай. Скажи «дай». Мы будем продолжать ходить к дефектологам, логопедам. Да, ну есть над чем работать. Да, есть над чем работать, это уже большое начало. Понимание. Раньше бесполезно было, куда не водили. Да, потому что не было понимания, он не мог понять, что от него хотят. Теперь у него появляется потихоньку также понимание больше, да, он понимает больше фраз, больше каких-то жестов. Вчера вот буквально он сидел с этой стороны на улице, когда гуляли на лавочке, я говорю: «Сядь сюда». Он встал, пересел. Я еще все удивляюсь каждым новинкам, да, каждому новой, каждой умелке. Но у нас с каждым днем все растет и растет. Это понимание, умение. Дальше больше. Симметрия черепа, да, у нас? Да, у нас была симметрия черепа. Он был физически слабый. Он не умел прыгать. Давай еще раз. Прыг, прыг, прыг все. Прыг. Прыг. Сейчас он научился прыгать. Вот прямо перед отъездом он научился постепенно слегка прыгать. Сейчас он прыгает уже так хорошо, когда гуляем с каждого бордюра прыгает. Ой, ты мой. Еще? Прыг! В Израиле, например, он раньше прямо убегал, а потом в Израиле вот через 2 недели за ним просто сижу на качели, а он бегает по парку, бежит, а раньше просто бежал рядом с ним. Да, в конце я уже просто сидел на лавочке, он сам что-то игрался с динозаврами. Ну, я думаю, таких результатов за месяц нельзя добиться. Да, за месяц, полтора. С 2 лет мы начинаем заниматься там партами, там коррекционный кабинет, там спецкоррекционные садики. Всякие натропы, БАДы, что только не пили, да. Тут за месяц такой результат вообще как бы. Результаты мы достигали очень долго, каких-то, да, что-то помогало, да. А здесь просто за такой короткий промежуток времени и такие отличные результаты. Мы вообще не жалеем, что мы туда съездили. Ни капельки, абсолютно. Давиду Сюсефу большое. Давиду Сюсефу, команде всей, да. Спасибо большое. Ну, команда большая. Мы там были, нам даже ни одного витамина не дали, ни одного укола нам не сделали. Как бы. Ни укола, ни витамина, ничего. Да. Спасибо большое. Всем рекомендуем туда съездить.